Приветствую всех. В этом видеоролике я хотел бы поговорить на тему, которая сейчас очень-очень популярная. И нас в прямом смысле этого слова завалили этими вопросами и по имейлу. И мне на Facebook приходит каждые чуть ли не 5 минут, кто-то спрашивает на вопрос, что делать, если я не смогу платить ипотеку, какие есть варианты, какие есть возможности. Поэтому я решил записать этот видеоролик. Я уже выставил в группе телефонные номера, куда нужно обращаться. Но они такие, знаете, как бы общие. Я попозже выставлю еще список банков, с которыми мы активно работаем. И там уже будут и email addresses, и немножко больше информации. Но думал на первое время хотя бы что-то выставить. Вот. Сейчас хочу поговорить на тему, вот, которая сейчас очень популярная. Что мне делать, если я не могу платить моргидж? Я уже писал почти неделю назад блог, что банки работают над темой государственной страховки, чтобы помогать людям в случае, если этот коронавирус, этот кризис затянется, люди начнут терять работу, что делать и как оплачивать за ипотеку. Я говорил, что в конце концов они выпустят новые rules и помогут человеку не платить за ипотеку в ближайшие 6 месяцев. Вот. Сейчас это уже все произошло. Наши большие банки сообщили о том, что они разрешают до 6 месяцев не оплачивать. Монолайн банки сообщили, так как государственные страховки тоже. В конце концов, не забывайте о том, что если у вас моргидж с меньше 25% своего капитала, то он застрахован был у государства с 20%, меньше 20%. А это говорит о том, что кроме того, что банк, еще должна государственная страховка решить. У них всегда уже была специальная программа для людей, которые попадают в тяжелое положение. И надо было просто делать к ним заявление, объяснять, что к чему. И цель-то у государственных страховок нет, чтобы у вас забрали дом. Правильно? Они заинтересованы в том, чтобы сохранить дом, чтобы остались в доме. Есть такие жизненные ситуации, которые, к сожалению, отражаются на всех нас. И человек попадает в тяжелое положение. Эта программа уже всегда была. Но это был длинный путь. Сейчас они это облегчили. Они сейчас хотят дать возможность до 6 месяцев не оплачивать за ипотеку. Но не у всех банков одинаковый рул. Например, некоторые кредитные союзы сегодня сообщили о том, что они разрешат клиенту не платить принципу, как бы тело кредита. Они разрешат не платить процент, но тело кредита ты все еще обязан. И в определенных ситуациях, может быть, даже разрешат платить не тело кредита. Один пункт для меня очень-очень важен. Поймите правильно, эти деньги, которые дает вам возможность skip payment, это не подарок, это поддержка. И очень важно понять, что эти деньги, если вы будете не платить, например, за ипотеку, это не для того, чтобы, скажем, на этом заработать. Это помочь людям, которые находятся в ситуации, где они не смогут оплачивать моргидж. И вот на эту тему я сейчас как раз хочу поговорить. Я сделал пару нот, чтобы я не забыл. Мы получаем, конечно же, очень много звонков по имейлу, звонков по телефону и также по имейлу. Но я получаю огромное количество месседжей на Фейсбуке. И, конечно же, очень много моих клиентов, но также есть люди, которые участвуют в моей группе и так далее. Я рад делиться информацией. Поймите тоже нас правильно, что мы должны сосредотачиваться немножко и на наших клиентов, поэтому мы их обслуживаем по-другому, да. Если это наш клиент, мы больше информации можем дать и все. Но, в общем, я поэтому стараюсь держать вас в курсе в Фейсбуке или в группе, чтобы вы знали, что происходит. Но я не могу давать personal advice сейчас, особенно с таким количеством, которые я получаю запросов людям, которые, скажем, не мои клиенты, да. Вот. Поэтому я буду в группе отвечать, все, но поймите меня правильно, мы должны сосредотачиваться сейчас на наших клиентов. Слава богу, все работает хорошо, мы работаем в правильном режиме, у нас нет никаких проблем, все идет как положено, сотрудники все работают, все в офисе. И тем более я настроен работать дистанционно так и так. Для меня это никакого изменения не происходит. Мы 90% наших клиентов никогда не видели, потому что они по всей Канаде. Поэтому у нас нет никакого изменения в офисе. Все работает как положено. Просто вот эти вот звонки, которые связаны с такими общими информациями, я хочу попробовать немножко сократить благодаря этому видеоролику. Теперь, я всегда говорил, что каждому человеку нужно иметь хотя бы 5 его месячных зарплат как emergency fund. Потому что что-то неожиданное может произойти. Сейчас оно произошло, да? Но сейчас это посерьезнее. Вот. Конечно, я понимаю, что у некоторых людей есть заначка, у некоторых нет. У тех, которых нет, все, они у стенки, им надо что-то делать. Вот для них эта программа сделана. Но если у вас эта заначка есть, то я советую, и вы не потеряли работу, у вас все хорошо, забудьте пока эту тему, что касается skip payment. Она делается не для того, чтобы вы
на этом, скажем, заработали или сэкономили, окей? И они не будут, многие говорят, вот там 6 банков сейчас там написали, там в интернете пишут это, не будут вам сразу же давать эту возможность. Вы должны будете доказать, что у вас hardship, вы должны доказать, что вам плохо. Это не просто так, я сейчас не получу 6 месяцев и немножко хорошо отдохну, или ну, в отпуск вы не поедете сейчас. Но вот в любом случае это для того, чтобы людей, которые действительно, к сожалению, живут paycheck to paycheck, и их уволят или еще что-нибудь, чтобы им помочь. Окей. Все 3 страховые компании, они on board, они, конечно, поддерживают это, потому что это серьезная картина. Если то, что сейчас вырисовывается, это не просто, это не игрушка. Я думаю, что это затянется, это может еще серьезный, будет еще хуже, чем будет лучше. Но, по крайней мере, государство делает все, и государственные страховки, чтобы люди, которые не могут платить моргидж, были бы в состоянии этого делать. Так, теперь очень важный пункт. Каждый должен понимать, что это не подарок. Эти деньги, которые вам разрешат не платить за ипотеку, это не значит, что вам эти деньги подарили. Вам их нужно в конце концов вернуть. И вам надо будет вернуть больше, чем вам, скажем так, в кавычках подарили. Потому что что банки будут делать? Они просто этот процент, который вы сейчас не платите, они его накинут в конце концов на моргидж. И, скажем, если 6 месяцев прошло, и все вернется в нормальное русло, на что я надеюсь, но никто не знает после 6 месяцев, что будет, то они просто, ваши следующие пейменты могут быть только 1%. Вообще не будет никакого принципа, потому что они должны вернуть процент, который вы им сейчас не доплатили. И этим самым продлится ваша амортизация. So, в конце концов, эти деньги, которые вы сейчас не будете платить, вам обойдутся дороже, если бы вы их платили. Поэтому, если у вас возможность есть оплачивать моргидж, пожалуйста, оплачивайте моргидж. Если нет, ну тогда это другая картина. Тут разницы нету, дороже вам они обойдутся или нет. Тут важно спасти себя и спасти дом, чтобы тебя его не забрали. Вот. Поэтому каждый должен понимать, это не подарок, это просто deferral. И что потом произойдет? Они накинут на ваш моргидж, продлят вам амортизацию, но как-то в конце концов банк эти деньги вернет вместе с процентами, которые они потеряли. Все банки, конечно, будут участвовать в этом процессе. Не будет банков, которые скажут, нет, такого, ну, я себе представить не могу, что такие банки есть. У одних будет, может, чуть легче, у других будет немножко тяжелее. Но в конце концов, вы должны доказать, что вам действительно тяжело. Вы должны будете доказать, что вас уволили с работы. Не будет такого, что я позвонил и я хочу skip and payment. Нет, они будут требовать вас доказать. Тем более, можете себе представить, огромное количество людей сейчас будет пользоваться этими опциями. Да банки никогда не дадут вам эту возможность, если они будут видеть, что у вас все хорошо. Тем более, если вы все имеете, скажем, ваш checking аккаунт и ваш моргидж в одном банке, они же тоже видят, что зарплата заходит, правильно? Вот, поэтому... Это сделано для того, чтобы помочь людям пройти через эти тяжелые времена. Я думаю, будут тяжелые времена, к сожалению. И для этого оно есть, чтобы помочь. Поэтому, пожалуйста, если вам это не нужно, оставьте эту возможность людям, которым это нужно. Потому что можете себе представить, что там творится на этих telephone lines, да, которые даже support lines, которые я выставил уже в группе. Я выставлю еще более такие интересные номера с банками, с которыми я активно работаю. Там будет легче добраться до... может быть, до человека. Вот, поэтому просьба, если вам это не нужно, оставьте эти телефон lines free для людей, которым это действительно нужно, иначе они могут попасть в очень тяжелое финансовое положение. Так, что я еще здесь записал? So, теперь, как это будет в конце концов работать? Да, вы будете звонить или писать email в банк, объяснять вашу ситуацию. И каждый банк уже вам скажет, что нужно делать. Понимаете, тут очень важно понимать, что вам не надо звонить вашему брокеру, вам не надо звонить, я не знаю, как, кому там еще. Вам надо звонить напрямую, лучше даже не звонить в ваш банк, а лучше, может, позвонить на эти helplines, если они уже будут. Не в каждом банке их сейчас пока сообщили, но они в конце концов будут. Каждый банк будет какой-то телефон номер давать. Вот, но важно звонить туда, где как раз уже люди находятся, которые вам могут помочь, чтобы вы не получили какой-то неправильный ответ. За что я сейчас немножко еще волнуюсь, знаете, это то, что все сделки, которые сейчас закрываются, они же закрываются, особенно покупки, да? В Америке все закрывается через title insurance, там вообще лойеры не участвуют. Все происходит дистанционно, и все можно делать дистанционно. Моя профессия, вообще проблем нет. Я работаю дистанционно, и все мои 10 сотрудников работают дистанционно.
FCT, которая закрывает все сделки на брокерском канале, особенно все вот эти вот switches, если у вас renewal, вы сходите с одного банка, уходите в другой, они тоже закрываются все, все можно сделать онлайн. Но если вы покупаете дом, то физически вы должны пойти к адвокату. Это должен быть face-to-face transaction. И вот тут я вижу проблему. Если сейчас закроют адвокатские конторы из-за коронавируса, то тут появится проблема. Сейчас уже активно работает и Real Estate Association, и наша association насчет того, чтобы добиться разрешения делать электронные signature. Но вот этот вот этап лоера, он очень-очень sensitive. Я думаю и надеюсь, что они это быстро-быстро найдут и поправят, чтобы в конце концов сделки бы закрывались, чтобы не получилось так, что сделки развалятся. Ну и, конечно, я могу себе представить, что в такой ситуации многие люди захотят отказаться от покупки дома, то это тут уже, конечно, могут появиться конфликты. Поэтому, если вы продали дом, может быть, будьте уверены, что вы его действительно продали. Вот. Потому что я думаю, что с real estate будет в ближайшее время немножко проблематично. Вот. Что касается вот этих вот всех switches, мы сейчас работаем очень, мои сотрудники работают нон-стоп, они делают овертайм, так как мы сейчас меняем очень многих клиентов с одного банка в другой за лучшие проценты и так далее, или у кого есть, кто хочет перейти на All-in-One программу, вот, мы это все делаем дистанционно, нам для этого не нужно никуда ездить или что-то, но в конце концов последний этап это закрытие сделки, когда к вам придет, скажем, FCT человек домой и закрывать будет сделку с вами, вот, я надеюсь, что они в ближайшие дни, может быть, это будут тоже делать ремоутли, что можно будет это все сделать тоже по имейлу, чтобы не было проблем. Потому что сейчас они еще идут, я сегодня еще связывался с FCT, узнавал у них, насколько у них что-то меняется, они ничего не меняют, все работает, все они гарантируют, сделки все будут закрываться, но я думаю, что если это театр затянется, а похоже, что он немножко затянется, что потом уже проблема будет и с лоерами, и со всем. Что касается банков, я не волнуюсь, как я сказал, мы работаем дистанционно, но если люди работают с банками, то там тоже могут получиться проблемы, потому что вам придется туда пойти, и нет гарантии, что филиалы будут открытые. Да, и последнее, что я вам могу сейчас еще посоветовать, это вот сейчас, может быть, если вы раньше никогда не хотели, вот сейчас, может, не мешало вам пойти на баджет. Да? Если вы не скажете каждому доллару, куда ему надо идти, вы будете удивляться в конце месяца, куда они пошли. Вот, поэтому я бы сказал, контролируйте ваши расходы и, может быть, сохраняйте деньги все-таки немножко, не тратьтесь сильно, да, потому что они, может быть, вам понадобятся в ближайшее время. Но это уже другая тема. Я буду вас дальше держать в курсе в моей группе. Если что-то новое появится, я вам сообщу. Еще раз, в заключении, да, банки разрешают skip payment. Вам надо звонить к ним напрямую. Они вам скажут, что нужно делать. Они вам скажут, как вам нужно доказать, что вы... Потому что вам нужно будет доказать, что вы не в состоянии оплачивать моргидж. Если у вас все хорошо с работой, если у вас нет проблем, вас не уволили, не делайте ничего, оставьте, пожалуйста, это в покое, чтобы не забивать эти телефон лайнс, потому что, поверьте, они не все-все забитые. И там пробиться сейчас очень будет нелегко. Поэтому всем надо набраться терпения. Все, что касается моргиджа, у нас business as usual, у нас ничего не поменялось. Мы также работаем, мы активно работаем, мы дальше будем людей двигать. Сейчас хорошая ситуация с процентами. Все остальное я не буду говорить, что я думаю о real estate, что я думаю о других рынках. Я это говорил все в видеоролике, который у меня выставлен на моей, в моей группе. И те, кто участвовал в этой Facebook Live или посмотрит этот видеоролик, некоторые вещи, которые я говорил 16 числа, уже произошли. Поэтому на эту тему я сейчас не буду сосредотачиваться. Посмотрите видеоролик, и вам будет все ясно. Желаю всем всего самого хорошего. Успокойтесь. Это очень важно, чтобы наши нервы не были на пределе. Есть, конечно, причина волноваться, но все-таки я надеюсь, что это скоро закончится, но вначале будет хуже, чем будет лучше, к сожалению. Все, что я могу сказать. Желаю вам всем всего хорошего. И да, и знаете теперь, как работает Skip the Payments. И если это вам действительно нужно, пользуйтесь этой опцией. До следующего встречи в виртуальном мире.